18 июля 2022 год. У нас сейчас обед на Рыжковском пруду. Здесь лодка. Работаем. И вот у нас обед. Томатный сок, чеснок, манная каша, рыба. Компот. Компот. Рыба, карась и селедка. Сыр. Икра и жир. Тоже рыбе, все от карася. Это сыр самодельный. Чеснок. Лепешки своими силами. Бумага, руки вытереть. На молоке манная каша. Это мы на Рыжковском пруду обедаем полторого. Кому надо, доливает растительное масло. Что у нас? Огурцы. Огурцы. Только не знаю я, откуда они. А тут хлеб насушенный, сегодня нету. Компот, в компот опустил я вот. Размокло, все. Ну что здесь? Да. Поэтому работают. Работа тяжелая. Сегодня понедельник. Молочное можно есть. На еду не жалуемся. Рыбу вот эту никуда не бросайте, кости. Вон там в отдельное место наверху положить. Птички сидят. Все. Что там у нас? Все подали на стол? Да. Это икра, а черная это не пережженная. Это жир рыбий. Деликатес. Отдельно вода. Надо показать, как вай забиваете. Брат Николай, жарко? Нет, жарко. Кипяток. Когда забиваешь свои. Я каждый раз спрашиваю. Вот томатный сок кто? Лена. Лена Анатольевна Барабаш, жена Игоря. Прошлогодняя у нее, она всего сажает много. Ты не просил у нее? Нет, она сама предложила. Ну вот, упрекают. А, на дармовщинку. Это не про справедливо, во-первых. И все это из зависти. Я спрашиваю, как она готовила? Какую-нибудь эссенцию добавляла, обычно, чтобы пробовать, если я в рот не возьму. В смысле, этот как? Уксус. Они это уже знают? И ничего нет. Рыба пошла. Куда? Так, каша наложить? На восток. На восток? Хорошо. У нас 6 человек. Все здесь, да? Да, все. Можно рыбу брать? А нет? Тут лепешка, видишь, какие тихо вот лепешки. Или? Мяконькие. Ну, еда хорошая. Благодари Бога. Передайте. Поработали. Туда на обеде вилка, что там делается. Клену. Ты можешь руку протянуть? Да. Пожалуйста. Кривые разные там. Больше? Надо как-то заблокировать от дамбу от бобров. Они все разрушают. Ну, надеемся, что что-то изменится, может быть. Слово может быть. А икру бери, Авраам. Не, спасибо. Это у нас юноша называется Авраам. Исаак уже есть у нас в деревне. Яков был. Авраама не было. Теперь был. И скажу, что непривычно называть его Авраамом.
Обычно ну, Сергей, прекрасный. Виктор, Николай, Володя. А сколько этих кусочков сыра? Свои бумажки-то держи. А? По одному. Владимир Александрович. По одному, по одному. А я не вижу одного еще. Какое красивое, белое-белое. Вот. Это Сергей. Красное, желтое. Нет, да. Я всем раздал, 6 кусков было. Напротив. Это твой. Я ел. Все, садись давай, ешь.